Добрый день. Сегодня в рамках видеопортретов русскоязычных поэтов, авторов, исполнителей у нас в гостях очередной представитель плеяды этих людей. Я расскажу, как я с ним познакомился. На одном из вечеров, я даже не помню, что это был за вечер, поэтический, выступали наши барды. А чаще всего происходит так, что они вызывают на себя самый большой интерес. И после выступления очередного из них вдруг вышел наш сегодняшний гость и начал читать стихи. Это было настолько замечательно, настолько красиво и правильно сделано, что публика была просто в восторге. Игорь Аванесов сегодня у нас в гостях. Добрый день. Добрый день. Ну, с чего начнем? Наверное, начнем. Может быть, с того, что это был за вечер? Давайте, это если вы помните. Это была презентация одного из лучших наших выпусков журнала «Русское слово», «Бис», 2007 года. Вы, вот тогда мы познакомились. Вы редактор этого журнала. Я главный редактор. Расскажите немного об этом журнале, если... Журнал «Русское слово» создан в 1988 году. Это еще при советской власти, в рамках Министерства образования Грузии. Тогда был главным редактором Андрей Горки-Панидзе, ныне покойный, скончался за рубежом в Монреале. Потом был Виктор Эдрашвили, тоже, к сожалению, нет в живых, но уже скончался в Воронеже. А вот я. Так вот, с 94 года главный редактор уже я. А до этого был научным редактором. Значит, к концу прошлого века Министерство образования, ну, скажем так, отмежевалось от материальной поддержки нашего издания. Таким образом, оно стало независимым, но без всяких средств к существованию. И, ну, это изыскивали по собственной инициативе, своей энергией изыскивали возможности издаваться. А название изменили, добавилась частица вот эта «бис», что означает, с одной стороны, ну, может быть, одобрение, а с другой стороны, второй этап жизни этого издания. Русское слово «бис». Вот у меня в руках юбилейное издание журнала, вот 20 лет журналу. Это издание 2008 года. После этого другие более мелкие издания, а вот сейчас готовится тоже юбилейное 25-летие журнала. В этом году, надеюсь, что это произойдет. Я смотрю, здесь и проза у вас печатается. И проза, и публицистика, литературоведение, ну и, разумеется, поэзия. А как часто вам удается издавать журнал? В связи с отсутствием финансирования, По мере возможности и по мере необходимости. То есть при наличии материала и при наличии средств можно уже ставить вопрос о том, что мы готовим очередной выпуск. Но вот такие принципиально важные, как юбилейные 20-летия и юбилейные 25-летия, это они должны кровь из носа выйти. А сотрудничаете вы в основном с поэтами из общества «Парнас» или из других обществ тоже? Со многими. В общем-то, русскоязычное поэтическое братие, она очень широко представлена в нашем журнале. И не только русскоязычное. У нас печатаются из СНГ, в основном из России, и даже не только поэты, кстати. У нас был в 2006 году совместный выпуск с американским журналом Russian Language Journal, который издает Институт штата Мичиган. И назывался этот сборник совместный «Мичиган Тацминда», потому что наша редакция находилась как раз в районе Тацминда. Так вот, там у нас было представлено 6 американских авторов. Один русскоязычных, из них, простите? Русскоязычных. Нет, одного мы перевели. Но это литературоведческий был материал, не просто литература, а литературоведческий. А
трех прозаиков и поэта уже не нужно было переводить, они пишут по-русски там у себя. То есть кто-то у себя, а кто-то когда-то был гражданином Советского Союза, а теперь там. Ну, а нас, что еще о журнале говорить, я даже не знаю. Все, что можно на сегодняшний день сказать, я уже сказал. Ну, а вот, простите, а кого печатать, кого не печатать, это вы производите вот этот ценз, так скажем? В общем-то, да. Хотя у меня очень либеральное отношение. Когда в 96-м году вышел наш литературный альманах, это приложение к журналу «Русское слово БИС», альманах Тацминда, как раз по месту нашего пребывания редакции, у нас очень так широко были распахнуты двери для всех авторов, и потому, значит, вот это было издание на разных уровнях. Соседствовали и маститые, так сказать, литераторы, опытные, начинающие, или просто люди, больные литературным творчеством. И в предисловии к этому изданию тогда я написал, что помимо всего, помимо того, что мы даем возможность литераторам себя представить, высказаться, это издание носит еще и терапевтическую функцию. То есть, может быть, кто-то излечится. И продолжая эту тему, что, на ваш взгляд, отличает людей, занимающихся рифмованием слов, от поэтов? Рифмованием слов можно научиться рифмованию слов, как научиться посредственно играть на фортепиано, как можно, как в этом Ханума сказала, хороший сапожник, он тоже поэт. А плохой сапожник, я спрашиваю, он просто сапожник. Вот в этом смысле не отличается. Я скажу еще пару слов. Сейчас я уже года два, а может быть больше, я не пишу стихов. То, что я прочту, пик на моего, ну, скажем, поэтического творчества, к которому я никогда достаточно серьезно, к сожалению, не относился. Мне это знакомо. Как хобби. Вот. Этот пик пришелся на конец 80-х и первую половину 90-х годов прошлого века. А лучше даже сказать, именно на 88-й год, когда начал издаваться журнал, а это к тому же был год тысячелетия крещения Руси. И вот сейчас я прочту там отрывок из поэмы 88, начальный кусочек, 88-й год – это тысячелетие крещения Руси, а в поэме 88 строк. Вот так. Ну, вот это начало. А так, если говорить, я начал писать где-то в 16 лет выпускную работу по литературе в 43-й школе, это недалеко, я писал в стихах. Я тоже. Вот. Свободную. Так мне было, да, так мне было проще. То есть со своей некомпетентностью чем-то компенсировать. Вот. А впервые опубликован был, это анекдотично, я работал после университета в Руставской городской газете. В 75-м году меня послали, значит, на практике в Руставе, на металлургическом заводе. Приехала группа вьетнамской молодежи. И вот выход общежития этих вьетнамских юношей меня направили, чтобы сделать какой-то репортаж, другое, третье. И их переводчик показал мне стенгазету, ну, на вьетнамском языке. И там, говорит, вот, говорит, и стихи тоже есть. Я говорю, ну, это стихи, что из себя представляют вообще, можно примерно? Он мне как-то там перевел, вот.
Я потом сочинил от себячину и принес ему по-русски. Вот, он говорит, это очень хороший перевод. И он прислал потом эти мои стихи ко мне же в газету. И потом их опубликовали в газете. Это называлось «Социалистический Рустави» газета. Опубликовали подпись вьетнамским автором, перевод с вьетнамского Игоря Аванесова. Это вот первая моя публикация. Вот так случилось. Ну что ж, отрывок из поэмы «88», написанной в 88 году, год тысячелетия крещения Руси. Это начало поэмы, а всего в ней 88 же строк. Итак, лихой, а может, вещий год, свершает свой халдейский счет, и цифра 88 отрад и бед спирали вьет. Как Русь ждала тысячелетия отрады тех июньских дней, так я ждал тысячу ночей той сокровенной ночи летней. Нас золотоглавая венчала, в окно глядели купола, и верил я, что жизнь дала заветный час начать сначала. Волнами плыло одеяло, любовь нам море к кораблю. За что мне счастье? Ты шептала, за то, что я тебя люблю. Да, нелогичен был ответ. И счастье — это не награда. Отыскивать причин не надо, где испокон веков их нет. И вот ноябрьской снежной ночью была не тронута постель, тобою обречен заочно, я брошил раненый в метель. Вином омою наспех рану, и зубы стисну и стерплю. За что? Гадать теперь не стану. За то, что я тебя люблю. Примите белые поля, витую чернь по серебру моих осенних дум. Мир белизны и хрусталя тревожу нынче поутру словами наобум. Ну что поделать, если столь моих тревожен мыслей строй, как ветром рваный дым, язвит воспоминаний соль, предчувствий раны, думай злой, и здесь мне быть чужим. Так день растерянно иссяк, в словах и мыслях не впопад. Черна над снегом ночь, сгущает ветер мутный мрак, предчувствий роковой расклад сбывается точь в точь. Верша с бессонницей суд, я не единый насчитал, и не последний грех. Не дал и день страстям приют, в снегах их храмах я искал и не нашел утех. Вновь порешила день заря, чуть в небе рдел кровавый след. И ясно стало вдруг, от февраля до ноября прошло почти 15 лет. Потерь
замкнулся круг. Уймите белые поля судьбы неправую игру. Сгинь, черно-белый бред. От ноября до февраля, о бог мой, рок мой, поутру оставь надежды брешь. Поезд. Пусть в этом самолюбование пошлое, с надрывом возвращения птиц мой поезд мчит из будущего в прошлое, в распутье недописанных страниц. Пусть женщине последней в поезде не в жизни не сомкнуть ресниц, ей не унять мерцание позднее во срок не полыхнувших мне зорниц. К очередной годовщине со дня рождения Пушкина, хотя Пушкин тут так только заочно присутствует. Так вот, на нем сошлись зловещие приметы. Пером не отразить свинца, и к черной речке пистолеты он вез в предчувствии конца. Так уходили русские поэты. Их рок не изменился, чтоб, о Боже, вездесущий, где ты? Даруй мне пулю в лоб. Но если ты замешкал, что ли, не о моей судьбе скорбя, она бандитской чьей-то волей меня настигнет без тебя. Спасибо, Игорь. Интересно было слушать, как всегда. А скажите, я вспомнил сейчас, вы издаете еще авторские сборники русскоязычных и не только русскоязычных писателей здесь, в Тбилиси? У нас есть вот такая библиотечка русского слова «бис». Значит, в рамках этой библиотечки мы издаем русскоязычных и не только русскоязычных литераторов, поэтов, хотя не только поэтов, под редакцией вот нашего журнала. Вот. И они, благодаря этому, эти авторы, ну, значит, приобретают определенную популярность вне рамок журнала, то есть шире. Но среди вот таких авторов, это Раиса Музыченко, 5 сборников ее вышли под эгидой русского слова «бис». Владимир Чхеидзе, Игорь Малько, Ирина Кожанц, Анна Зоткина, она на русском и на грузинском выпустила свои сборники. Джованни Бепхвадзе, у него прозаический сборник. И Этери Агаронова, наша тоже сотрудница, ну, тоже, значит, под гибдой журнала в нашей библиотечке. Ну что ж, Игорь, спасибо за ваш визит, за то, что пришли, нашли время, за ту работу, которой вы занимаетесь. Кавказский дом всегда рад помочь. Я вам благодарен за внимание. Всего доброго. Спасибо, всего доброго, успехов вам.